касается проведения триптих курса, который называется «Лицо, воздействие, управление, ощущение, эстетическое моделирование», которое будет состоять из трех блоков. Первый блок – это исцеляющий импульс лица, он одноименный с названием книги моей, которая выпущена уже два года назад и уже как бы разошлась по многим странам мира. Я так прикинул, действительно, такой списочек солидный, куда она попала. Она может служить такой базой для, вернее, теоретической и методологической базой для таких курсов, как фейс-йога или йога для лица и фейс-фитнес. Вторая часть или второй блок под условным названием пальпация, перцепция и экстрасенсорика. Она позволяет отработать ощущение в степени ее развития от пальпаторных до экстрасенсорных. Третья часть – это эстетическое моделирование лица, которое на базе первых двух курсов позволит любому из вас самовоздействовать на лицо, благотворно самовоздействовать, но не только на свое лицо, но и на лица окружающих вас людей. То ли это ваши друзья, родственники, коллеги, то ли, если кто-то занимается практикой, воздействием на лица клиентов из категории «лелейте меня, лелейте» или «любите меня, любите». И все это мероприятие будет проходить в подоблачных, я бы сказал, вершинах одной из самых высоких точек города Киева, что интересно, в таком арт-пространстве, которое называется «Белый мир». Белый мир. Белый кто? Белый мир. Мир? Да, белый мир. Пойду. Проходить этот триптих курс. Триптих, почему я назвал? Потому что это арт-пространство. Специфическая атмосфера. И я считаю, одна из самых лучших панорамных площадок Киева в районе Берестейской. И проходить это будет в три этапа, как я уже сказал, три блока. Первый блок – это осенний, потом где-то зимний и весенний. Так что, если у кого-то будет желание, можете присоединиться, посмотреть короче. А основная информация будет на страничках в соцсетях, в Фейсбуке, Google+, ВКонтактах, ну и других там более менее раскрученных. Приблизительно так я скажу.